Всем привет! Сегодня у нас такое видео долгожданное, для меня тоже долгожданное, потому что я наконец-то смогу разложить вот эту пачку карточек. Вы представляете, сколько это все только к баттеру? Представляете? Еще у меня здесь не все карточки, да? То есть у меня еще 5 карточек не хватает из 2 версий. Ой, кошмар. В этот раз нас прям, не знаю, снабдили картоном просто на год вперед. Так, сегодня мы будем их разложим и также, ну ладно, давайте все по порядочку. Вдруг кто не видел мои карточки, я сейчас все это пролистаю, посмотрите. Но, в принципе, я всегда выкладываю видео, в которых я куда-то что-то раскладываю, карточки BTS. Поэтому я думаю, что все, если кто смотрит сейчас, ну, кто смотрит меня, тот знает, что у меня хватает, что у меня чего нету. Но я все-таки пролистаю для всех. Dark and Wild. Ну, в прошлом видео вы все это видели, потому что до Air Love Yourself я все показывала. У меня, в принципе, ничего не изменилось. Все то же самое. Когда не хватает по одной карточке, скажите, это обидно. Но здесь две, ладно. Общая. Прям боль. Общая это боль. Здесь у меня не хватает Тэхёна. Здесь у меня тоже не хватает Тэхёна. Ну, в принципе, и в баттере, если тоже видели, то у меня тоже не хватает Тэхёна в обеих версиях. Ну, Love Yourself, Her я планирую только когда-нибудь, ну, попозже. Ну, наверное, уже после всех этих камбэков, наверное, после вот этого осеннего, если у BTS все-таки будет камбэк, как обещали, вроде бы говорили, что у них осенью, поэтому... Ну, то здесь у меня Тэхёна куча. Вот. Так, Тир. Тоже Тэхён. Так, вторая версия, которая потрясающая, просто красивая. А вот эта версия, которая, ну, мне не хватает здесь всего 3, потому что Тир, который я покупала, версия, они все были без повторок. Тоже можете все это посмотреть. Здесь у меня Тэхён, Чонгук есть. Ансвер я пока... не планирую собирать. Ну, конечно, планирую, но не скоро. Пока мне надо еще Her, Tier, и все-таки у меня как бы 7 больше. Персона тоже после всего этого будет, если что. Ну, а здесь я уже до этого ничего не было, а здесь я уже все вставила. Не знаю, что захотелось, и я вставила все бумажки. То есть у меня просто по одной карточке, которые мне попались в своих альбомах. Все. А открыточки. У меня тоже открыточки разные попались во всех 4. Поэтому у меня 4 открыточки. Дальше обалденный сет, который шел к лимитке BTS World. Очень красивый, но он пластиковый, но очень красивый. А здесь у меня полный сет BTS World, тоже я показывала, у меня есть видео, где я вообще все раскрываю карты, можно сказать, я их всех купила, естественно, потому что BTS World по-другому никак. И они тоже двойные, очень красивые. Вообще считаю этот BTS World очень красивый сет, мне они очень нравятся. Дальше 7, которая мне нравится, все сеты, потому что каждый сет очень красивый. В первом у меня Чонгук, здесь у меня Джин. Третий у меня Тэхён. И общие я покупала, но, как я говорила, что общие я покупала до того, как я собиралась все это коллекционировать. Здесь у меня Чимин. Поэтому, так. Дальше у меня пошел Би. Ну, это из Deluxe Edition. Здесь Essential. Общая тоже куплена, тоже до того момента, пока я собралась все это собирать. Так. И мы добрались до баттера, но я здесь уже вставила листочки. Посмотрите, сколько листочков. Это все сегодня будем вставлять. Но вначале давайте мы вставим карточку Намджуна
из Memories, который мне попался из 2020 года. Вот, ставим его сюда. Раз он у меня был такой, знаете, в перерывах между разным-разным баттером. Поэтому вот, класс. Ну что ж, здесь 17-18, здесь потом уже 21 год будет. А потом уже я не знаю, что еще. Так, ну ладненько. Давайте вернемся к баттеру. Так, здесь ничего нет. Что у меня сегодня в планах? Сначала я хочу сюда сделать желтую версию. Вот так. И я написала бумажки, кого мне тоже не хватает, тоже все вставлю. 5 карточек. 5. Так. Нанджу. Так. Джин. Прям все у меня пошли по порядочку. Да, заметьте. Так. Юнги. Хасок. И Чимин. Смотрите, как у меня все по порядочку. Круто, да? Но зато не хватает общей, Тэхёна и Чонгука. Так. Чонгук. Общие. Так, общие. Надеюсь, когда-нибудь я их дособеру. Не знаю, когда, но надеюсь. Вот так вот. Ну, эти, конечно, карты. Общая, ладно. Общую, кстати, продают вообще дешево. А вот Тэхёна с Чонгуком, да, из этой версии. Даже Чонгук стоит дешевле, чем Тэхён. Я уже смотрела. Да, здесь я подготовила, я думаю, попозже сейчас все разложим. И потом я хочу... Подготовила стикеры. Да, вот я, как обычно, делаю вот такие штучки, заглушечки с такими задниками. Я здесь подготовила тоже такой с желтым задником. Поэтому мы тоже сегодня все тут обклеим, наклеим. Так, дальше у меня идет вторая версия. Это у нас вот это. Здесь получше. Здесь у меня не хватает всего 2 карточки. У меня Намджун. Так, Джин. Так, Юнги. У меня, кстати, как можно заметить, у меня полные сеты, да, у меня идет и Намджун, Джин, Юнги и Хасок. У меня все карточки есть. Так, еще общая. И здесь у меня Чонгук. Так, и здесь мне не хватает Чимина и Тэхёна. Так. О, класс. Ну и сюда тоже сделаем заглушечку. Вообще супер. И здесь уже задники, смотрите, уже такие... оранжевые. Ну, классно, конечно, что сделали такие яркие задники, очень круто. Дальше я хочу сделать предзаказки. Да, я могу вам сказать, что у меня есть все предзаказки. Я все собрала. Да. Кстати, это было не очень сложно. Намджуна у меня не было. Намджуна мы обменялись. Привет, кстати, и хочу еще раз сказать спасибо за подарочки, которые были при обмене. Я ничего не подарила, просто там написала пожелание и все. А девчонка мне и подарила с... Сейчас я покажу, кстати. Я сегодня вставлять это не буду, потому что я пока не знаю, куда это все вставлять. Но пока так и лежит у меня в этом. А подарила мне вот такую вот сувузу с мастера 2021 года. Это, я так понимаю, официально такие карточки шли. Вторая из 8. Вот. А тут у нас юнит Намджун, Тэхён и Чонгук. Хоть где-то у меня Тэхён, да?
Хоть где-то у меня Тэхён попался. Вот, поэтому спасибо большое, было так приятно получить подарки, еще всякие разные стикеры подарила, положила. Поэтому очень было приятно, и я надеюсь, что мы еще будем общаться и, как бы, да, может быть, еще что-то будем обмениваться. Потому что я, это был, знаете, мой такой в жизни второй обмен, потому что я практически, ну, не обмениваюсь, да, потому что я очень редко доверяю людям. И это был мой второй, первый был, ну, так что-то случайно, мне написала девчонка по GFriend. Мне попалась НХ, да, вот, она мне попалась, две одинаковые в разных, потому что там на все были альбомы одинаковые карточки, поэтому она мне попалась два раза в разных альбомах, и поэтому я обменялась на Савон. Мне было без разницы, на кого меняться, потому что лишь бы там как бы какая-то еще другая карточка из этого же альбома, поэтому, ну вот, обменялись. Это мой второй обмен, больше я не обменивалась, и как-то больше я так продаю. Ну, в общем, вот так. Так, Джин это мне попался. А дальше Юнги, у меня тоже его не было. А Юнги тоже обмен на Джина. Но это мне подружка обменяла, потому что мне не хватало только Юнги, и как раз ей в предзаказке попался Юнги, и она мне обменялась, за что ей большое спасибо, потому что, ну, она мне помогла, можно сказать, закончить сет. Так, Хасок мне попался в предзаказках. Чимин тоже мне попался. В серединочке, как обычно, у меня ничего не будет пока. Не знаю, я как-то серединочки пустыми оставляю, и пустыми остаются. Тэхён тоже мне попался. Ну и, конечно, Чонгук, которого, как говорится, очень сложно достать, но я его купила. Вариантов больше не было, потому что предзаказки больше никак не получить. Обмениваться я как-то, знаете, так, ну, в общем, думаю, нет, лучше Тэхёна обменяю на Намджуна, раз предложили, тем более Юнги тоже как бы мне согласны, и все, у меня больше обменных карточек не осталось. Да и Чонгука очень так все-таки сложно с ним, да, и поэтому я его купила, но я его купила, можно сказать, за адекватную цену. Я первый раз в жизни поучаствовала на eBay в аукционе, я его выиграла. Первый раз в жизни я выиграла, ну, как бы поучаствовала первый раз и выиграла. И можно сказать, что не за те такие прям бешеные деньги, которые продают его сейчас, которые, ну, в общем, это, конечно, да. Поэтому вот у меня полный сет. Тоже потом здесь сделаю заглушечку. Класс, мне очень нравится. В этот раз карточки Баттера и вообще альбом меня порадовали, потому что они нереально красивы. При заказке обалденно. Мне так нравится эта фотосессия, очень красиво. Так, ой, задники. Вы посмотрите, какие задники. То есть как они контрастируют с вот этими обычными просто, да, желтый Баттер. А здесь такой желтый насыщенный цвет красивый и задник обалденный. Так, и дальше последний сет, который это было Сэмтую, да, вот эти вот подарочные, ну, это тоже у меня целый сет, это мне, естественно, прислали полный сет, так. Тоже Намджун. Я уже говорила, что этот сет, я считаю, одним из лучших, вообще самым, наверное, симпатичным и красивым. В восторге от карты Юнги, просто. Хасок, который во всех сетах обалденный. Мне здесь должны были и так, в принципе, целый сет прислать, да. И у меня тоже, кто смотрел, видели, что мне прислали повторки Чмина и Чонгука. Ну, Тэхён хоть здесь есть. Ну, опять же, Тэхён есть, потому что полный сет. Хотя, знаете, я так подумала, мне же вот здесь-то прислали тоже аж два Тэхёна, поэтому в предзаказках. Поэтому это, знаете, чисто случайность, попадется или нет. Вот и все. То, что там не везет, там еще что-то, ну, это навряд ли. Если бы мне Тэхён бы вообще не, как бы, да, не везло на него, то он бы, наверное, мне бы ни в Dark and Wild не попался, ни вот здесь не попался бы два раза, да, при заказках. Тоже это не видно, кто попадается. Поэтому это чисто так случайно, что из какой-то партии положили альбомы и там нет Тэхёна. Ну, вот так. Здесь я тоже делаю заглушечку, здесь, наверное, пока тоже ничего. Посмотрите, какие красивые сеты. Просто вот 4 сета обалденных карточек. Так, дальше у меня здесь... Ой, такие тяжелые, не пластиковые. О, тоже задники, да? Я сделала как, да? То есть у меня получается желтая
оранжевые, желтые, оранжевые. Причем эти с рисуночками, да, это просто желтые, а здесь плюс оранжевые. Класс. Так, здесь я оставила для пожеланий из альбомчика. У меня лежат они вот в такую, я положила штучку. И все пожелания. Сейчас все достанем. Ну, я со своими же первыми альбомами собрала все пожелания. У меня они все. Вот. Я с самого начала решила, что они будут у меня в разложенном виде, потому что будет видно все фотографии. То есть все подписи, какие-то, не знаю, что это такое, today, tomorrow, завтра, сегодня. Вот поэтому они у меня будут лежать вот так. Класс вообще. Главное, они чтобы распрямились, и так будут нормально все. Вот. Так, дальше джижин. Было бы прикольно, если бы они влезали где вот у меня на 4, да, но они слишком высокие, поэтому они влезают только вот так вот, на 3. И опять же я думала, хорошо, они влезают на 3. И опять же получается у меня Чунгу будет один. Я долго думала, что туда вставить. Так, придумала, конечно, но... Ой, надо, чтобы это все реально все разгладилось. Ну, прикольно, конечно. И сзади тоже переворачиваете. О, смотрите, как сзади красиво. То есть фоточки друг по другу. Смотрите, как круто. Вау, вообще класс. Так, дальше Хасок. У меня с одним с этим баттером столько сразу папка так прибавилась. Химин. В объеме. Косок, химин. Ой. Так, Кэхён. Блин, обалдеть, конечно. Особенно вот так вот на развороте очень смотрится все красиво. Ну ладно, потом разгладится, когда я закрою. Я думаю, это все потом нормально будет. Так, здесь у меня Чунгук. Ну, кстати, Чунгуку будет не скучно. Он здесь тоже с разворотом, с участниками. О, класс. А сюда я решила, у меня же есть полароиды, я думала, куда их тоже вкладывать. Поэтому я решила пока, чтобы ну, было не так ему скучно на одной страничке быть одному, решила полароиды положить вот так вот, причем оба. Мне кажется, тоже очень так прям. Все в одном стиле, тем более, да, и очень симпатично, тем более, если переворачиваешь, то оно все такое желтое. Очень круто. В общем, пока так, а это пусть пока пустует, не знаю, что будет здесь. Здесь я подготовила на 4 листочка. Это вот эти вот пленочки, которые мне прислали в подарок к сетам. А у меня их 3. Я здесь сделала на 4, но потому что они реально будут так лучше подходить. На 4, потому что они не такие широкие, как, допустим, пожелания. Да? То есть вот как раз у меня вот так вот. И опять же, я думала... Что же вставить вот сюда? И знаете, что я придумала? Думаю, это пленочки, которые фотографировались. Поэтому почему бы сюда? У меня еще нигде не вставлено. Вставить пленочку из персоны. Почему бы нет? Я тут такой сделала задник беленький, чтобы было все видно. И я подумала, а почему бы сюда не вставить? То есть у меня 3 участника. И вот сюда пленочка общая из персоны. Мне кажется, как раз прям идеально под пленочки. Больше вроде пленочек таких никаких не было у них, только из персоны. Поэтому я подумала, пусть будет здесь, для красоты. В общем, вот так вот и все. И всяких плюшек, пожеланий, предсказаний. Вроде бы тут все. Вот так вот все красиво. Очень классно, мне так нравятся эти пожелания, что они вложили их в альбом. Супер. Так, теперь давайте вернемся к самому первому. Вот сюда. А здесь я подготовила... Во-первых, я подготовила стикеры.
Это из версий, из желтой и оранжевой. Это мне, которые прислали Apple Music в подарок. Это будут, наверное, я буду клеить уже, которые предзаказки и плюс подарочные, потому что мне нравятся здесь вот эти вот рисуночки, которые как раз идут к задникам, к тем картам. Поэтому пока желтую оставим. Начнем с желтой. И плюс я подготовила, как обычно, такие бумажки, и задники тоже я сделала. Такие желтые, да, и оранжевые. Поэтому так, у нас здесь начинаем с желтой версии, да, потому что желтенькая. Ну, не знаю, мне кажется, будет очень круто все-таки под цвет. Хотя здесь, знаете, такой более яркий, да, здесь более такой, более бледный, но все равно, мне кажется, будет очень круто. Вот. И я теперь буду очень долго думать, как здесь все это сделать и как это все наклеить, потому что я вообще не придумала. Ну, наверное, баттер точно надо сюда приклеить, причем я думаю, что где-нибудь посерединочке, потому что баттер здесь у нас посерединочке, поэтому я думаю, что плохо, что мне не нравится, что они вот такие идут с белой окантовочкой, да, а не прозрачные. Было бы лучше, если бы это были прозрачные. Вот так вот. Баттер. Мне кажется, сейчас я буду рандомно клеить. Короче, половину надо вырезать, половину нет. Эти тоже плохо, что нельзя сделать. Ну ладно, в принципе, пока так, да, что. Так, все, пока так. Баттер и все. Баттер, и, наверное, я сюда уже сделаю. Сюда, наверное, всякие наклеи штучки вот эти вот. Верхние мне очень не нравятся, не знаю. Ой, вот тут все-таки желтая версия, наверное, я сделаю вот это. Очень подходит. Скорее всего. Может, наверх или вниз. Мне кажется, вниз будет круче. О, вот так вот. Это диск. А, это виниловая пластинка. Очень круто. Раз желтенькая, пусть будет желтенькая. Точно будет сердечко. Причем оно идет? Причем оно идет вот так. Поэтому я его себе сделаю. О. Так. Синенькая. Потому что здесь у нас еще синее и красное есть. О, класс. Фиолетовенький тоже. Просто я решила так, знаете, сделать тоже не сильно громоздить все это, а сделать так минималистично. То есть какие-то большие рисуночки, да, взять какие-то большие стикеры. И все остальное чисто вот такое вот верхнее, маленькое. Кстати, фою я все-таки, а может сердечко сделать наверх? Или фую. Ой, красный, мне кажется, будет круто. О, класс. Так. Сделаю-ка я вот эту сюда, наверх. О, все, круто, мне нравится. Нет, все, мне кажется, вот прям, знаете, такое минималистично. Очень прикольно, и по цветам очень классно, потому что здесь идет, да, и красный, и синий, желтый, черный, то есть все такие цвета, которые вот присутствуют еще на карточках. Ну, это все тоже оставлю. Вот так. Не знаю, мне кажется, очень прикольно получилось. Супер. Ну и сзади, естественно, такой вот желтенько. Да, немножко отличается, но все-таки дальше у нас идет оранжевая версия. Это у нас будем вот эти стикеры. И сзади у меня такое вот сердечко. Тоже, кстати, будет, наверное, цвет отличаться. Да, здесь тоже более такой яркий, но все-таки все равно. Так. Так, здесь у нас тоже, кстати, а тоже посередине сделаем баттер. Как и в том. Да, вот так я все и клеила, сидела. Когда мне было делать нечего, я все там делала, все клеила. Так. Здесь. О, take a picture. О, вот здесь вот это очень классно будет смотреться. Она такая голубая, синенькая. Баттер. Just Dance. Вау. Just Dance мне тоже нравится. Море же у них. Поэтому море мы тоже сделаем.
Так, теперь поехали вот эти маленькие. Будем вокруг делать. Тут прям цвет такой, все под этот. Прям синий-зеленый. Кстати, нет, может быть сюда еще и тоже виниловую пластинку сделать. Желтый, хотя тут, да, будет не так смотреться классно. Хотя вот здесь как бы хорошо. Может быть, правда, сделать все-таки. Желтый же, все-таки баттер. Поэтому сделаем, наверное, мы... Ой, кстати, неплохо смотрится. Неплохо, да. Тогда и желтенький можно сделать. И обязательно оранжевый. Да. Класс. А это сюда. О, супер. Так, это мы сделаем сюда. Ничего страшного, что немножечко заедем. Зато класс. Ну и все. И вот это, наверное, я тоже сделаю, но его сделаю вот сюда вниз. О, вот так. Класс. Мне кажется, это вообще круто получилось. Ну, это, знаете, такое надо руку набить себе. Вы знаете, все-таки море, вот это все красивое, поэтому, как по мне, получилось очень круто. Вообще, наклеечки просто отпадные. Я надеюсь, что в будущих альбомах они тоже будут класть стикеры, потому что я сейчас, да, вот так вот украшаю очень красиво, и вот так вот полный будет. Чементыхи он еще остались, и все. Очень красиво прям. С морем вот это все. Очень красиво, да. Так, поехали дальше. Ну, нормально смоется. Так, от нас что у нас? Это желтый. Значит, здесь вот такой вот желтенький. И здесь уже будут предзаказанные вот эти вот, которые с Apple Music мне пришли, потому что мне здесь очень нравится. Так, возьмем вот это. Потому что я здесь уже начала смотреть, думаю, как что. Они такие же, как вот эти, тоже идут с белой окантовочкой. Я хочу сделать их по стилю вот этого вот задника, поэтому тоже сделаю посерединочке вот этот вот рисуночек уже. Да, вот так вот. И сверху я сделаю тоже черный баттер. То есть в стиле карточки. Вот. Тоже, в принципе, можно. Это я сделаю вот так вот вниз. Не очень ровненько, ну ладно. Еще налеплю. Это вот просто так, знаете, рандомно рисуночки по всему вот этому. Можно, может, отсюда еще что-нибудь взять. О, можно вот это еще осталось. Зелененькое. И, наверное, хочется что-то мне отсюда взять. Чтобы мне взять, я хочу вот эту. Это, кстати, очень подходит. Вот эта картиночка, она очень подходит к этим картам, потому что мне напоминает номер машины. Да, то есть это как номер машины, который прилепляется, и мне кажется, очень круто. Вообще, как раз подходит. И главное, картиночка именно из задник. Не, ну классно, они такие на парковке, вот очень круто смотрятся, да, такие, и вот это вот, ну классно, классно, кстати, да. Хорошо, что я никуда это не прилепила, под стиль прям карточек. О, класс. Ну, и здесь у меня осталось оранжевое. Здесь у меня будет оранжевое, вот так.
И здесь у нас тоже я хочу сделать под карточки. Это будет тоже посерединочке у нас баттер. Ну, это маленький такой баттер. Я здесь хочу сделать имена участников. Все сделали, кстати, да? Все сделали английскими именами. И Чонгук вот так вот. О! Класс. Так, ну и BTS. Вверху. Здесь я хочу, конечно, сделать еще и все-таки желтенькую, чтобы было ярко, красиво. О, вверху вот так вот. Оп, баттер. Сделаем вот так. Класс. Так, и здесь получается тоже вот по этим. Смотрите, как здесь, да, тоже всякие вот такие вот штучки, вот эти рисуночки. Они все прям подходят. Тоже таким, знаете, в рандомном порядке. И здесь будет круто вот это. Ладно, вон, вот так. Ничего страшного. Во, вот так. Ой, слушайте, и все. Может быть, вот здесь тогда внизу еще сделать баттер. Ой, и все. Я весь, представляете, весь этот. Здесь нет, здесь у меня уже ничего. И все, весь наклеила. Тоже очень... Ой, не туда. Тоже очень круто получилось, мне кажется. Я рада, что в этот раз есть стикеры, и не надо наклеивать, знаете, вот все не попадя, то, что осталось, что реально есть стикеры, которые прям сделаны под баттер. Ну, в общем, вот так получилось. Мне кажется, очень хорошо. Не знаю, пока я довольна. Сюда может еще что-то. Нужно, кстати, еще сделать вот это баттер. Вот это. Чтобы, как говорится, полностью все тут закончить. Так, вверху сделать еще баттер. О! И все. О, супер. Все, эти стикеры Apple Music я почти все истратила. Остались только имена. А так, вот так здесь у меня получается общая Тэхён и Чонгук. Здесь очень, ну, не знаю, мне нравится. Так. Дальше здесь у меня Чимина и Тэхён не хватает. Тоже очень крутые стикеры. Я надеюсь реально, что в следующих альбомах они тоже будут. Дальше у меня весь сет предзаказок. Я этому очень рада, что я всех собрала. Потому что предзаказки все-таки это не альбомки, которые можно еще докупить, купить и так далее, да, в альбомах я имею в виду, а их только покупать, поэтому я рада, что я купила только здесь, потратилась на Чонгука, и как бы тоже они сильно, слишком прям дорого. Здесь тоже круто. Здесь, кстати, можно было бы имена, но тоже они не везут. Не, я думаю, это классно. И плюс, очень классно задники, вообще обалдеть. И плюс, они пластиковые, поэтому они будут, наверное, по всей этой... елозить. Да, они будут по всей этой штучке. А, и Sam to You, который тоже потрясающий сет, мне очень сильно нравится, и тоже классно. И все-таки здесь мне тоже очень классно, так прям нравится. И он оранжевый, и тоже вот с такими рисуночками. Дальше у меня пожелания. Очень крутые, я тоже рада, что они такую задумку сделали, придумали.
здесь пока Jungkook. И здесь я потом подумаю, может быть еще что-то, не знаю. И вот эти вот предзаказанные тоже плюшки, предзаказанные вот эти вот, да, пленочки. И сюда пленочка из персоны. Мне кажется, да, классно. Плохо, конечно, что не все, да, но все-таки я их все равно, я их собирать не буду. Поэтому вот у меня есть троица, трое, все, мне их достаточно. Ну и общая здесь уже все. Пленочка. Я еще думала, куда их девать, эти пленки, да? Ну и набжу мемориз. И все. Больше ничего такого интересного у меня сегодня не будет. И нет. Все, все стикеры истратила, очень рада, что куда-то они пригодились. Очень классно. Ну, а на этом все. Кстати, я очень долго думала и давно задумала. Сразу как прибавилось. Это реально вообще скоро будет вся папка забита. Я буду перекладывать карточки, делать вот в такую же папку все остальные мои карточки других групп, поэтому я думаю, там будет, представляете, какое огромное видео. Возможно, я разобью на две части, но я не знаю, когда еще буду это все снимать, потому что, да, я там уже все купила, и листы, и все, как бы все-все-все, и папку, вот. Купила себе зелененькую, кстати, хотела для BTS же зелененькую, но все-таки черную выбрала, поэтому я не знаю, когда я реально начну снимать, но вот это так, на будущее. Ну, а на этом все. До новых встреч, других видео. Пока!